Всем привет, меня зовут Андрей Кузьменко. Хочу пригласить вас на мастер-класс, на котором мы рассмотрим нюанс по размещению в проекте розеток и выключателей. Рассмотрим нюанс, как с ними работать. На данном курсе данное семейство мы даем пользователям, то есть ими можно будет пользоваться в дальнейшем. Кроме того, что мы их размещаем на модели, мы также видим то, что это же семейство имеет условно-графическое обозначение. И благодаря тому, что это действительно модель, вот эта вот спецификация по количеству силовых электроприборов считается автоматически. То есть нам необходимо только правильно размещать, собственно, наши приборы. Покажу саму суть, как с ним работать. Посмотрим саму структуру семейства, как оно собрано, если будет желание внести какие-то свои правки по данному семейству, возможно, там кому-то больше нравится, чтобы выглядело оно как-то по-другому. И разберемся, как работать, фильтровать розетки, скажем, которые у нас лицевые и которые у нас скрытые. Потому что скрытые можно как бы закладывать более дешевый сегмент розеток-выключателей. Также рассмотрим такой нюанс, как нам размещать Wi-Fi роутер с розетками вместе. И вывод провода для освещения и для приборов. Также хочу обратить ваше внимание, что все розетки и выключатели имеют марки по высотности. И если в свойствах вы меняете высоту прибора, то марка автоматически ее пересчитывает. То есть не нужно за этим всем следить. Таким образом, вы всегда получаете корректный чертеж, если у вас корректная модель. И можете не переживать за то, что у вас будут какие-то несостыковки. Всех ждем на мастер-классе. До новых встреч!